Жители поселка Ужуравлиха Усть-Пристанского района больше месяца живут без воды. По словам жителей, опустели не только сети центрального водоснабжения, но и уличных колонок. Часть деревни, допустим, куда вода совсем даже не капает. Они пользуются тем, что вот у соседей пробитое, они пробивали специально для себя. Они ходят к этим соседям с ведерком за водой. С директором школы разговаривала, она говорит, у нас в школе вот на данный момент воды даже капли нету. Там совсем нет воды. А вот сейчас вот сентябрь, дети в школу пойдут. Со слов Ирины Шмаковой, сначала вода перестала поступать из-под кранов, затем коммунальщики перекрыли колонки, объяснив это необходимостью повысить давление внутри сети. Но и после этого ничего не изменилось. Как пояснила директор местной коммунальной компании Антонина Ращупкина, были отрезаны лишь 4 колонки, от которых селяне тянули шланги для полива своих огородов. Правда, через несколько дней люди сорвали заглушки, потому, объяснила директор, напор внутри сети в части поселка так и не появился. По словам коммунальщиков, решению проблемы мешает и то, что шланги бытовых насосных станций люди напрямую, что незаконно, подключают к центральному водоснабжению. Сейчас в поселке начали работу по их отключению.